Нужно собрать карту места раскопок. Так держать! Здесь можно найти останки тираннозавра. Давай проверим это! Вот и все! Почистим находки, чтобы определить, что мы нашли. Проведем кистью по находкам, чтобы очистить их. А теперь помоем находки. Сделано! Нужно собрать грузовик. Получилось! Сначала заправим грузовик. Продолжай! Поставим лагерь и подготовим инструменты для раскопок. Давай помоем грузовик. Готово! Давай соберем красный внедорожник. Сначала заправим красный внедорожник. Получилось! Проведем раскопки скелета тираннозавра. Нажимай на плитку с землей. Готово! Нужно вымыть красный внедорожник. Продолжай! Нужно собрать кран. И все. Сначала заправим кран. Так держать. Загрузим упакованные кости тираннозавра и отвезем их на исследование. Давай помоем кран. Вот и все. Нужно собрать скелет тираннозавра.
получилось! А теперь давай оживим динозавра! Это тираннозавр. У тираннозавров было очень острое зрение, хорошее обоняние, а также большие зубы. Высота тираннозавра была примерно 5 метров, а это как двухэтажный дом. Тираннозавр – это самый большой хищник, когда-либо живший на Земле.